Стихотворения двух поэтесс из Коми вошли в шестой по счету сборник фронтовой поэзии «Оберег». Его готовит Союз писателей России совместно с издательством «Вечер». В сборнике стихи, написанные только женщинами, всего с гордостью за сыновей России, своим творчеством на события специальной военной операции откликнулись 90 российских поэтесс. В их числе и члены Союза писателей России Екатерина Цумер из Сыктывкара и Валерия Сатланова из Воркуты.